Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это телефон Realme X50 Pro. Сейчас я покажу вам, как на этом телефоне изменить язык системы. Итак, вначале вам нужно открыть приложение настройки. Вы окажетесь вот здесь вот. Затем вам нужно будет спуститься вниз до пункта «Язык и регион». Выбираем его. Здесь нажимаем на кнопочку «Язык». И меняем язык на тот язык, который нам нужен. Например, у нас система сейчас на русском, а мы его изменим на австралийский английский. Нажимаем «Изменить на английский». Конечно же, это дело мы подтверждаем паролем блокировки экрана, по-другому никак. И вуаля! Весь телефон у нас переведен на английский язык. Для того, чтобы вернуться опять к русскому, берем и выбираем здесь русский. Опять вписываем пароль. И вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.